Всем привет! Вы на канале Коля Легомастер. Сегодня у меня обзор на набор, который мне подарили на день рождения. Вот день рождения уже закончился, уже как 11 дней назад. И пора делать видео. Вот. И сегодня у нас обзор на набор 70839. Поехали! Артикул данного набора 70839. Данный набор стоит 12 499 рублей. В наборе 1826 деталей. Набор предназначен для детей от 10 лет. Две мини-фигурки в этом наборе. Две микрофигурки Эммита и две микрофигурки Рекса. Также тут присутствует 5 микродинозавриков. Два из которых, по-моему, какой-то серо-зеленой раскраски. И остальные три сине-зеленые. И давайте посмотрим сам набор. И сам набор. В общем, это, как вы уже поняли, набор выполнен по Lego Movie 2. Фильм вышел в 2019 году, по-моему, в феврале. 14 или 17 февраля. Вот, мы на него ходили. Там был вот этот набор. Это мальчик, это типа его самоделка была. Это корабль Рекса. Вот. Как потом, если смотрели, вы уже... Вот, вы, наверное, знаете, что Рекс — это Эммит только из будущего. Просто это, типа, другая параллельная вселенная. Это другой исход Эммита. Вот. Это, получается, он попал под стиральную машину. Там примерно лет 7-5 пролежал. Его никто не нашел. Он стал, ну, в общем, он разозлился очень сильно. С каждым годом он становился злее и злее. Они увидели там лицо вот так вот. Потом он очень злым стал, в общем, вылез какой-то силой, так вот прыгал, как фигурку бросают, вот он так прыгал, допрыгал до самодельных, точнее, до деталек этого мальчика, сделал себе прическу, сделал себе костюм, собрал себе корабль и улетел в космос. Потом он встретил Эммита, который поехал спасать, прилетел спасать из замка Мимика Давайси, или как ее звали, в общем, принцессы прекрасной и не страшной, как ее так звали. В общем, вот. И он там встретил Эммита, и этот корабль, в общем, в нем все это было. Во-первых, он выполнен как кулак, да, вы заметили. В общем, начнем с предыдущей части, просто так много показывать, мне долгим получится. Вот. Что-то он темный, кажется, да? В общем, ладно. Во-первых, тут есть такой, это как называется, пистолет, магазин. Вот. Тут 6 патронов, также есть 6 запасных. Вот. Можно вручную показывать. Вот. Также сзади около ручки есть такая кнопочка. Но я не буду стрелять. Я показывала, как стреляет. Вот. В таких тоже кадрах. Вот, даже замедленные съемки.
Вот, далее. Здесь, где палец, вот этот средний, открывается здесь такой пропальцы отсек. Так, можешь даже сейчас камеру приблизить. Вот текст. Да. У нас здесь спортзал, мячик, две гантельки. Вот эта штанга, это как это называется? В общем, такая лавочка, штанга и гантелька. Это тут динозаврики тренируются. И здесь, наверное, вообще не видно, но там у нас такая дискотечная комната. Там дискач, музыка, вот там две колонки. Вот. Ну вот я подсвечиваю. Вот вы видите телефон, да. Тут есть спортзал такой, спортивная комнатка, там динозаврики качаются. И вот такая вот дискотечная комната. Тут у них вот пониже, это дискотечная комната. У них тут такой дискач, вот здесь даже бин для динозаврика. И также вот здесь такая вот, как это называется, скалолазная стенка. Вот, у нас такая тоже, по-моему, есть, но она не скалолазная. Это не стенка, там какие-то две такие, типа камешки. Вот. Также здесь такой отсек открывается. И вот мы видим корабль Эммета. Это домик, который он усовершенствовал. Вот он там валяется. Да, тут есть палец, он двигается. Не буду говорить, на сколько градусов, просто я ошибаюсь постоянно. Вот, наклеечки. Ну-ка, наклеечек. Далее. Вот здесь у нас, вы видите, три зеленых неоновых окна. Здесь у нас можно открыть этот отсек. Видите, тут у нас динозаврики. Ой. Что-то как-то темно. Сейчас. Вот, мы тут видим динозаврика. Он стоит за панелью управления. Тут также такая типа карта, как Roblox Jailbreak. Тут много сиденек таких. Ну, то есть, это как это называется? Панель управления для динозавриков. Вот. Икс. Такие мини-пушки. Разворачиваем. Светим. Вот, с другой стороны тоже у нас динозаврики. Вот. Вы там видели какого-то динозаврика? А, ну получается тут три серых с зеленым. Получается так, да? Или нет? Да, три серых с зеленым. Вот, я тогда попутал вначале. Ой, ладно. Так, закрываем. С другой стороны то же самое, то, что и с другой стороны. Вот, потом открывается вот этот отсек. Вот, у нас тут стоят все корабли этого Рекса. Это же его, типа, главный. Это как суперджестройер. Это его... Один из самых известных кораблей. Такой есть большой набор. Вот два одинаковых корабля, какая-то машинка. По-моему, это та машинка, которая тоже набор есть. Это игровая комната. Я говорила в историях, что это казино. Нет, это игровые автоматы и бильярдный стол. И, так, посвети вот здесь чуть-чуть. Вот. Вот видите, тут панель управления. Даже ниже можешь. Вот, нормально. Вот панель управления, там две колонки. Тут такая типа сидушечка, не знаю, что это. Вот, тут этот корабль показан, кулак. Вот, очень классный набор. Так, у меня отпала вот эта штучка. Деталей в этом наборе очень много полезных. Почему там значок 16+? Я не знаю. Ну, это не знаю вообще. Тут везде 16+. Это вот. Значит, что там заходить туда нельзя, тем, по-моему, меньше 16 лет. Нет. Или собирать нельзя, тем, по-моему, меньше 16 лет. Нет, 10+. Ну, а вот тут везде 16+. Ну, я не знаю, но, по-моему, это, типа, чувак вот этот Рекс, он, типа, крутой. Угу. Ну, я не знаю. В общем, ладно, продолжаем. Так, в общем, вид сверху. Так ты сведи, то сверху. Вот, вид сверху. Так, вот у нас, в общем, здесь такая вот кабина, это, знаете, как мостик, да, главный мостик называется, вот. Тут есть два микроэмита, точнее, один микроэмит, и, что это, один микроэмит и один микрорекс.
Это снимается все. Тут, кстати, шпага есть. Вот она очень классная. Снимается. Эта часть тоже снимается. Ой, думала, телефон разрядился. Вот. Тут видео как-то фигово получается. Или как? Это нормально. Вот. В общем, здесь у нас два ролика. Это вот мини-рекс. Где он? Ой, вот мини-рекс. Он, в общем, на роликах типа катается здесь. И вот два динозаврика. Это столик, они тут что-то кушают, или это свечка. Вот, потом, или фонарик какой-то. Панель управления для динозаврика. Опять микроэмит и микрорекс. Панель управления большая. Очень. Вот тут значок рекса. Два сиденья. Много всяких этих дисплеев, да. Мониторов. Вот. Сколько? Одна минута стала быстрее. Так, в общем, зад у этого, как это называется, это Рексельсиор. А, да, тут еще есть такой мега-спойлер. Все, камера сдохла. Мега-спойлер. В общем, здесь есть такая ручка сзади. Вот такая прям мощная ручка. Мощная ручка. Вот, в общем, я вот так прям, ой, вот так ее удобно брать. Ну, или вот так. В общем, очень удобно. Там даже есть сейчас, вы не видите, но, в общем, ладно, тут есть такие, видите, пружинки, там, резиночки. Можно стрелять. Вот, в общем, здесь такие четыре турбины. Две низкие, не, которые пониже, они двигаются. Две вот эти не двигаются. И вот эти, они просто на рукоятке. Вот. Мощный набор, да? Мощный? Мощный. Вот, тут детализация на высшем уровне 16+. Хотя набор 10+. Я тут еще спрашивал про этот набор 16+. А, вот еще вот стенка скалолазная. Посмотрите получше. О, вот. Вот. В общем, классный набор. Кстати, этот набор даже удостоился попасть на получается, полку элиты. Полку элиты – это подоконник. Там стоят самые лучшие мои наборы, ну, самые мои любимые. Это «Звезда смерти». Ой, чего я приближаю? «Звезда смерти», «Жемчужина» и вот этот набор. Вот. Ножки. Ножки есть. Вот. Ой-ой-ой. Вот. И видите, даже тут пальцы проделаны снизу. Ну, типа, они просто не заканчиваются. Они прямо вот здесь, как должно быть. Здесь такие ножки. Вот здесь палец двигается. Еще две ножки. В общем, классный набор. Я его собирал 15 или 17 часов. В общем, 17 часов. Ну, я так. Ой, не все сразу. Вот, просто я еще во время этого, как собирал, я посмотрел три части «Хоббита». Вот. Ну, я, конечно, читал «Хоббита», вот. Это у нас по школьной программе было. Ну, в общем, давайте посмотрим фигурки, а потом подводить итоги. Первая фигурка. Это у нас Рекс. Рекс-бронежилет. Даже можно было посмотреть. Ладно, не надо. В общем, штанишки такие вот. Типа тоже бронежилет. Костюм. Кстати, как у Эммета. Только он синий, похожий, да? Вот Рекс. Ну, это видно, что это Рекс. Ой, что это Эммет. Вот, принты по бокам на руках. Не надо скрипеть. Вот. Потом сзади принт Рекс. Зеленая. Вот. И потом у него такое лицо, кстати. Это, знаете, что щетина вот это он маркером в фильме нарисовал. Вот, там даже у Эммета есть такой, типа шутка, вот. Потом я ему это когда покажу. Вот, у него такое лицо улыбчивое, он такой подмигивает. Вот, второе лицо у него такое суровое, он злой. Вот. Он разозлился, что Эммет не хочет это с ним дружить или там, не помню. В общем, что... А, да, что он хочет... Не хочет взрывать планету Мимика Таваси или как там ее. Вот, в общем, далее. Это Эммет. У него, вот видите, да, стерта эта щетина, он тоже нарисовал маркером, потом вот так ему стер рукой своей. Вот, у него штанишки Эммета, а вот верхняя одежда, у него вот этот костюмчик, это от Рекса. Вот даже вот эти еще рукавицы и кисти у него еще Эммета. Вот сзади тоже такой принт. Волосы обычные, как у Эммета.
Вот. И сзади лицо, видите, тоже такое злое, у него толщина. Она, конечно, не такая классно пропечатанная, как у Рекса, но вот. И, кстати, в фильме Рекс подошел к Эммету, вот так ему сделал волосы, и волосы у него стали как у Рекса, вот. Это типа мутация из, как его, из Эммета Рекса, вот. Это такая фигурка с такими волосами, это была в новом наборе истребитель из того царства, вот. Вот две такие классные фигурки. И давайте подводить итоги. За детализацию я ставлю 10 из 10, за играбельность 10 из 10, за фигурки 10 из 10, за, в общем, за все эти критерии, которые оценивают там с полигомен и все остальные наборы, 10 из 10. Вот. И общая оценка 10 из 10. Вот, я всегда 10 из 10 все оцениваю, просто мне лень там считать какие-то целые, там, как суперлигомен делают, там, типа 6,76, например. Вот, в общем, мне в субботу, вот так, да, мне в субботу купили наборчик 7841, это Бенни, этот, как он, Space Squad. Вот, в общем, это, как это называется там, в общем, сниму обзор, да, на этот набор классный, 4 фигурки, Кенни, Бенни, Ленни и Дженни, тут есть машинка, тут есть космолетик маленький, но набор стоил, получается, в сети лего-магазинов он стоил 700 рублей, да. А мы его купили за 200 рублей в этом дискомире. Вот, ну там за 300, за 310, вот. Место второй части Вейдера Марвел. Вот Гиллина какого-то там, и Ларуки, и какого-то там еще Делегада. Вот. Второй части не было, поэтому придется заказывать на Новый год, как один из подарков. Наверное, если захочу. Вот, набор вот этот классный, я, кстати, возьму, наверное, если разрешат, вот, машинку, вот эту машинку, с желтым, этим самым, Кенни, это космонавт. Кстати, тут, получается, Бенни, ну, вы, наверное, заметили, да, Бенни, у него сломанный шлем. Если, ну, как это, когда буду делать обзор, ну, не прятать, что у него шлем сломан, это так и задумано. Это просто выполнено по Лего Муви 2. Вот, ну там типа мальчик, он же все ломал, да, и тогда была проблема в каких-то 80-х или 90-х, что вот такие раритетные фигурки, вот типа Бенни, да, вот эти космонавты синие, у них ломались шлема и стирались принты. Вот это такая типа шутка от Лего, что у них стёрт принт и сломанный шлем. Вот, тут оригинальные такие все космонавты, старые Дженни, старый космонавт Кенни, Бенни Оленни, розовый космонавт, я не знаю, откуда он взялся. Или это она, Ленни, ну, возможно, она, да. Вот. Да. Ну, в общем, все, я все показала. Сниму потом обзор на все, если успею, наверное, не успею. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В общем, не расстраивайтесь, что скоро в школу идти. Всем удачи, всем пока.